Добрый день, ребята! Продолжается Великий пост, и мы с вами продолжаем нашу работу. Вы помните, что мы с вами делаем? Мы делаем великопостный цветок. И сделали мы с вами уже 5 лепестков. Сегодня мы делаем 6-й. А 6-й лепесток, потому что 6-я неделя Великого поста, называется она «Вход Господень в Иерусалим». Нам с вами понадобится вот такой вот лепесток. Он абсолютно такой же, как и были раньше. Единственное, что его отличает от предыдущих, это цвет. Посмотрите, он красивого, такого насыщенного, сочного зеленого цвета. Вот такой вот номер нашей недели. 6-я неделя. И у нас 6-ка. Обязательно, ребята, стихотворение. Вы помните, мы с вами собираем стихотворение, и потом, ну, было бы очень хорошо, если бы вы их еще и выучили. И название нашей недели. Но это еще не все. Нам с вами понадобится клей. Посмотрите, наш клей. Вот такие вот ватные палочки, видите? Веточки. Я когда шла, срезала пару сухих веточек. Ребята, пожалуйста, сухие веточки. Кисточка. Да, обязательно еще, ребята, нам нужна будет краска. Коричневая гуашь. Ну, впрочем, это может быть и акварель, и акрил. У меня просто гуашь. Ну что, начнем? Я вам не сказала, что мы будем делать, но я думаю, что в процессе работы вы все сами узнаете. Итак, сначала мы с вами приклеим номер нашей недели. Все как обычно. Мы с вами это уже делали. Вот так вот. Мы приклеим номер недели. И под номером мы приклеим стихотворение. Теперь, вот посмотрите, видите? Я лепесточек переворачиваю и приклеиваю название недели. Вот так. Итак, мы с вами приклеили все части, которые нам напоминают, что же это за неделя. И вот теперь мы с вами будем делать очень интересную работу. Нам нужно взять веточки. Вот. Давайте я сейчас... И, наверное, я возьму клей ПВА все-таки сейчас. Намазать веточку нужно клеем. Аккуратненько и приклеить на нашу работу вниз под названием. Вот приложить аккуратненько и стараться не трогать, чтобы веточка наша хорошо приклеилась. Ну вот мы сейчас вот так вот будем делать саму веточку, сами вот эти почечки. Вот, а веточки пускай сохнут. Вот так. Пройдет время, это все высохнет и будет держаться хорошо. Значит, посмотрите. Для того, чтобы сделать вербочку, нам нужно взять вот эти вот
ватные палочки, видите? И вот так, аккуратненько, ножничками, но, ребята, пожалуйста, если вы ножницами еще сами не режете, помните, я вам всегда напоминаю, вам могут помочь взрослые. А взрослые это или родители, или бабушки с дедушками, или старшие братья и сестры. А вы, уважаемые взрослые, у меня к вам будет очень большая просьба. Пожалуйста, помогите ребятам. И вот как будто бы они и похожи на вербочку, но, наверное, еще не совсем. И вот для этого нам с вами понадобится коричневая краска и кисточка. Нам нужно взять вот так вот отрезанный нами вот этот кончик палочки и просто взять, смотрите, и вот так вот покрасить коричневой краской. Видите, что у нас получается? Я пока этот отложу в стороночку, чтобы он подсыхал вот сюда. Вот так. А остальные я уже подготовила заранее. А заранее потому, что пока они не высохнут, мы бы не смогли работать. Вот посмотрите, сколько у меня их получилось. И вот теперь нам нужно взять аккуратненько. Мы снова берем кисточку. Нет, даже нам и не нужна кисточка. В общем, посмотрите. Нам нужно вот так вот макнуть в клей. И просто мы приклеиваем вот так вот наши палочки. Сейчас я приклею и покажу вам. Ну, постараюсь. Я, конечно, не хотела бы поднимать нашу работу, но ничего. Еще одна. Ну вот и все. И вот посмотрите, ребята, какая чудесная вербочка у меня получилась. Видите? И практически все уже держится даже. Но мне кажется, она очень похожа на настоящую. И вот теперь мы с вами можем сказать, что у нас готов шестой лепесток нашего великопостного цветка. Желаю вам удачи в вашей работе, вернее, в нашей работе. И до новых встреч. Нам с вами нужно будет еще закончить наш цветок. До свидания, ребята.